удастся нам обыграть дефолта? Нет. До сих пор мы играли по его правилам. Рисковать эта сука не станет. Чую, есть подвох. Стопудово, блин. Это больно скромно. Не похоже на дефолта. Как пить дать? Внутри адища. Устроил вендетту, блин. Нет бы просто убить. Целое шоу устроить задумал. Что там за хрень творится? Ларчик. А! Что за... Блин, что-то здесь не так. Да!
Вижу тебя, Фрюер. Могу открыть дверь. Будь спок. Сложно. Я ж без таблеток. Ты достал. То есть? Таблы тебя не спасут. Завязывай ныть. Отрасти уже яйца, блин. Окей, окей. Не знаю, что ты сейчас сделал, но дверь открылась. Я захожу. Встретимся внутри. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется раз. Сейчас спокойно найдем выключатель. Думай! Да что за херня? И... Блин, распилили код. На месте замри. Сдавайся уже!
Укрыться, спрятаться не получится! Задумал. Блин, надо сваливать. Хочет вырубить меня инфразвуком, скотина поганая. Тьфу! Нужно его выключить. Обойти. Подожди, ты где-то близко. Видишь меня? Да, но придется попотеть. Говори, куда идти. Слушаю. Ну, вперед. Так, вперед! Окей, иди. Пошел. Давай. Давай! Ну, быстрей! Пошел! Так, вперед! Давай! Окей, иди. Ну, быстрей! Что творится? Давай! Ну, вперед! Окей, иди!
Пошел, пошел! Давай! Да, вперед! Делать мне больше нечего! Давай! Ну, быстрей! Я прошу. Откроешь мне дверь? Да. Мы как, близко? Тут все поменялось, но если планировку сохранили, то мы близко к центру управления. Круть! Встретимся там! Я есть бог из машины! Thank you.
уважаемые игроки, время голосовать. Отпустим Рэя на воду, чтобы дать ему уйти. Отключайтесь. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту. Я, может, и виноват. Но вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание. Не вы! Не вы! Что ж, выбор сделан. Прощаю, Рэй. Ольга. Сайонара. Подними мать. Мобилу подними! Решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. Я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, Фрейер. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. А не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. О. Хотя... Допустим, я останусь на какое-то время. Поискать бреши в сети Блюм. Поможешь мне? Ты еще спрашиваешь? Наша команда снова в строю! Но минус один. Ничего. Это поправимо. Есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да, он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? Блин, смеется он. Ну, прости, тоже штырит. Что мы пьем? Что-то под названием Замбези. А мое пиво куда дел? Я его вылил, оно воняло. Неужто пиво? Ну, уж точно не фруктами. О, вот дрянь! От фруктов ни следа! Стоп! Вон оно чё. Ага, послевкусие фруктовое. Проще будет соков взять. Ты безнадежен, Фрир. Твоя очередь. Чё там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Блин, Рэй, ну, чего ты ломаешься? Ты попробуй, не просто так народ это обожает. Чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Не,
Да? Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Ну не нути, я же с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетова. Рэй, ты съешь этот сраный бургер. Нет. Жри. Нет. Хоть кусни. Нет, Штандер, ушарахну! Рэй, я тебе его... Сейчас, блин... Твою ты мать! Да не гони, он вкусный. Я бы сказал, охрененный. И будет весело, да? Бегом, да? Так что будет весело. Люди будут поднимать ее, опускать, улыбаться, смеяться, включив животик. У нас есть персики и шарики, на которых написано «С днем рождения». Ну, а что еще? Бабушка с дедушкой приедут, дяди, тети, друзья, маленькие любители джаза. У нас уже подборка песен готова, дети будут кидаться мячом в стенку. Ну, не знаю зачем, но явно будут. Будет хорошо, точно. У нас от него кое-что есть. У него был срыв несколько лет назад. Нужно это использовать. Видели, как он кричал, качаясь зад-вперед, весь в соплях и слюнях. Но травишка все записала.
А еще чудесная инфа о том, что он приставал к своему сыну. А еще его папаша был чокнутый. Так вот, он плакал, даже описался. Напустил вонючую лужу, ковер под столом испортил. Ха, супер! Используй это. Проучи его. Ой, будет весело, да? Ей год, да? Так что будет весело. Люди будут поднимать ее, опускать, улыбаться, смеяться, дуть ей в животик. У нас есть кексики и шарики, на которых написано «С днем рождения». Ну, а что еще? Бабушка...